Губернатор Донецкой области Сергей Тарута подтвердил информацию о том, что украинские власти реализовали проект защиты своей территории в данном направлении. Вдоль границы с Россией вырыли траншею в 4 метра шириной, 2 метра глубиной и с 2-метровым валом. Кроме того, вдоль траншеи были установлены заградительные конструкции. «Наша граница не на замке, но обеспечена достаточно, чтобы техника свободно не прошла», заявил Сергей Тарута.